И последнее. Смекалку, ловкость и выносливость продемонстрировали на днях участники открытой охотничьей спартакиады среди школьников Баянай. Мероприятие прошло на базе школы Аик-Игата в честь Дня охотников Республики Саха-Якутия. В нем приняли участие 13 команд из близлежащих районов. Участники соревновались в интеллектуальном туре, стрельбе из пневматической винтовки, кололи дрова, разжигали костер и кипятили воду. Отметим, что спартакиада является пропагандой национальных охотничьих традиций и обычаев, а также учит школьников бережно относиться к природе. Эта охотничья спартакиада у нас в республике проводится уже в третий раз. В позапрошлом году у нас проходила в Хангаласском районе, в селе Бугуняхтах и в селе Хоробот Мегина Хангаласского района. В этом году у нас по итогам прошлых соревнований победитель была Аик-Игата, школа городская, и соответственно в этом году у них будет на базе Аик-Игата будет проводиться эти соревнования. Главная цель нашей спартакиады — это приобщение детей к национальным видам охоты, сохранение наших традиций национальных.